Есть ли у тебя кумир? Кумир? Да. Кто твой кумир? Тони Монтана. Почему он? Потому что он крутой. Это группа известная, BTS. BTS? Да. Интересно. Герпетолог Арслан Валеев, который работает с рептилиями. Очень разводил... необычный кумир у тебя, это интересно. Я мой кумир. Сама свой кумир? Да, класс. Как так сложилось? А вот так сложилось, я просто начала делать, а не говорить, и стала своим кумиром. Кто твой кумир? Чак Норрис. Чак Норрис? Да. Ну, почему он? Потому что он крутой? Потому что он самый сильный человек на Земле. А это правда? Да. Моя мама, которая меня вырастила, само собой. Это лучший ответ. Кто твой кумир? Думаю, мой кумир — это Мухаммед Али будет. Почему он? Потому что благодаря... Ну, он, во-первых, легенда, во-вторых, благодаря его боксу он доказал, что отставил чернокожих, вот так сказать. Есть ли у тебя кумир? Кумир. Есть. Кто твой кумир? Моя мама. Мама? Да. Почему мама? Потому что она очень сильная женщина. Родила 4 детей, подняла, поставила на ноги. Ну, я ее люблю. Фредди Меркьюри. Почему он? Потому что после просмотра фильма «Богемская рапсодия» я начала слушать этого музыканта, точнее, его как в группе, группы Queen. Вот, и просто влюбилась в его музыку. Вот, я сама музыкант, поэтому начала исполнять его песни, где-нибудь выступать с ними, и, в принципе, очень нравится его творчество, вот, и все текста, которые он сочинил, это просто прекрасно. Нахвалила Фредди Меркьюри. Да. Так. Кумира нет. Почему нет? Равняюсь на себя, не знаю. Нравятся личности публичные, а так нет. Ну, какая вот публичная личность нравится тебе? Олег КВСП мне очень нравится, вот мой любимый исполнитель. Ну, потому нет. Что, не потому что рэпер, а потому что у него очень интересные текста. Сергей Бодров. Ух ты, почему он? Потому что нравится мне... Жизнь интересно было почитать, посмотреть и вообще политика его мысли.